with the Canadian newspaper, The Globe and Mail. What, if anything, can you tell? Мы делали церемонию, путешествовали вглубь истории своей страны, и главное для нас было то, чтобы миллиарды зрителей по всей планете почувствовали нашу любовь к России, и нам хотелось бы эту эмоцию, чтобы эта эмоция попала в огромное число зрителей всего мира. Уважаемые коллеги, эта пресс-конференция посвящена церемонии открытия. Good morning, dear colleagues, this Что касается музыки, да, мы действительно также использовали современные миксы и обработки русских песен последних 20 лет для того, чтобы создать ритмическую основу, для того, чтобы спортсмены, которые сами по себе молодые люди, выходя на эту сцену, имели возможность, ну, в общем, даже и потанцевать, потому что это начало их великого праздника. И мы думаем, что эта часть пройдет динамично и интересно. Мы были сориентированы на главные достижения в культуре России. Если Россия не может похвастаться популярной поп-музыкой, во всем мире известной поп-музыкой, то симфонической музыкой, балетом и авангардной живописью Россия может похвастаться. Мы делали в основном упор на это.